Всем привет, друзья, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Attila Total War за ютов на легенде, захватом портовых городов и с войной с соседями. Итак, мы с вами остановились на том, что отбили, как ни странно, я даже не думал, за одну серию всю армию вторжения сепаратистов. Они сейчас значительно так ослабли, но вопрос, что делать дальше. Поскольку выбора у нас сейчас на самом деле есть два. Первый — это пойти брать Карфаген, как это я и планировал. А второй вариант — это взять Пальму, пока она не сильно прям у них хорошо защищена. Там у них, конечно, стоит флот, но по идее... За один ход я должен успеть там высадиться. Вот этим вот составом. Гарнизон, конечно, там у них неплохой в городе, но я думаю, что мы должны его взять. А почему решил брать Пальму? Да потому что у них тут флот и охеренные казармы находятся, из-за которого они будут на все время здесь давить. А, потому что на западных островах там они пока еще будут перестраиваться какое-то время. Но если мы этого лишим их, то у них как бы есть еще один в Генуе. Блин, вот разрослись-то, зараза. А, еще и здесь у них. Ну, отсюда как бы плыть, да, долго им придется. Но вот взятие вот этого вот добра, может быть, как-то нас и спасет. What an honor you do us. Come. All we ask. 600 монет. Давай. Окей. За 600 монет почему бы договор не заключить? С гунами тем более. Они сейчас там придут в Европе, наведут шороха. Хотя кто его знает? Кто его знает? Может и не наведут. Так. Ну что, давайте рискнем. Окей. Ладно. Сможем ли мы сейчас высадиться здесь? Скорее всего, нет. Да плюс мы еще и под удар попадем. Ну ладно, давай рискнем. Ладно, сейчас. А, высаживаемся. Отлично. Отлично, отлично, отлично. На кого мы нарываемся? Почему мы нарываемся с вами? А, на флот. А, ну город все равно будет атаковать наша сухопутная армия. А, здесь еще их помогут скандинавские ребята, саксы. А наш флот-то здесь, я не знаю, что сможет сделать. Скорее всего, мы им просто отступим. А давай пока возьмем в осаду и подумаем. Как еще это может все обыграть? Можно вообще отступить и взять. В наемниках у нас ничего нету. Ну, в принципе, на побережье мы это разобьем без проблем. Тут, в принципе, у них армия, ну, я смотрю, гарнизон неполный. У нас есть Анагар. Куда сейчас тогда можно флот взять, увезти? Давай сейчас тогда... А, гарнизон хороший, да, у вас там уже. Тогда сделаем следующее. Сколько можем их взять?
Ага, 6 отрядов можно взять за раз. Проведем разведочку, возьмем. К нам там еще вражеский флот плывет, испанский. Здесь еще эти стоят. Так. Давай разведку. Посмотрим сейчас, что здесь у них есть. А, да, все понятно. Две армии. Тогда да. Пока не вариант никуда. Сидим дальше. А нас тут могут запросто, кстати, попробовать прессануть. Чтоб саксы могли пройти, да? Знать бы, что за флот там еще у них. То от одних избавляемся, другие приплывают. Ты сюда идешь. Попробую новый Карфаген еще взять. Помимо всего, новый Карфаген. Забрать этот порт. Забрать этот порт. Забрать этот порт. Этот порт. И у нас уже тут, по крайней мере, меньше будут давить. Ну что ж, давайте на штурм Пальмы. Шансов, конечно, стало меньше, но, кстати, а можно, в принципе, чтобы вот эти ребята мне не докучали, вообще взять и провести ночную атаку? Тогда они у нас останутся за бортом. Тогда нам надо будет только с мятежниками разобраться. Тоже, кстати, как вариант неплохой. Тут сейчас главное угадать, с какой стороны высадится их флот, который придет. И, естественно, попытаться за счет этого. Разбить его и выиграть. Пока ставим на всякий случай армию в оборону, потому что, имея, зная, что у нас есть анагар, они могут запросто пойти на вылазку. И рисковать не хочется. Вот он, то есть будет высаживаться, скорее всего, значит, здесь он. Ждем высадку. Враг приближается. Там у них, конечно, арбалетчиков до хрена. Первые отряды уже высадились. Всех не получится сразу забрать. У меня главное на самом деле арбалеты забрать. Арбалеты куда важнее, чем всякие лучники. Лучники, они все равно не настолько суровы. Ну вот зараза то, что у них еще... Либурны пока не высадились. Как минимум одна. Стоп, 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 стоп. Не важно, чтобы она сейчас стрелять не начала. Все, теперь точно все. Так, два. Вот там, да, высадился, но я там ничего не сделаю. Подходим пока ближе. Стоп.
Меняем курс. А мы тут, кстати, забрали еще и пехоту у них. Давай поможем тут. Сейчас просто если выведем, потери будут большие. А военачальника можно шлепнуть. Давай пока на него забьем. Пойдем там арбалетчиков лучше разберем еще. Потом ими займемся уже. Сейчас вот от этих надо избавиться, 27 человек. Они сейчас будут лупить по мне. Ну вот, военачальника убили. Но я его прям до конца истреблю на всякий случай. Может, глядишь, как-то повлияет на боевой дух. И это тоже военачальник. Поэтому обоих добиваем. Нормально он так спрятался. Херел, что ли? Он не высадился на корабле, уплыл. А как раз такое возможно, чтобы забыли там? Прикольно. Так, ладно, давайте займемся теперь... башнями. Можно попробовать сюда залп дать, вот в эту толпу. Лучники пускай идут пока. Почему у нас вот этот участок как-то горит странный? Можно вот сюда попробовать зарядить. Все полностью, да? Боезапас потратили. Нормально так забрали там народу у них. Они после этого просто в разомкнутый строй становятся. И уже как бы по ним бить не так эффективно получается. Сейчас с башней разберемся, с одной хотя бы. Тем более она там уже, кстати, немножко пробита. Видимо, попал снаряд по ней. Так, ну давай вот сюда. Пробуем еще зарядить. Не хреново получилось. Там уже, конечно, несерьезно он стреляет. Но, с другой стороны, город им покоцается. Так, ну 5% осталось. Да,
Давай по городу, что ли, реально полупим. Для большего эффекта. Смотрите, вражеская башня превратилась в обломки. Ой, тут аккуратно надо, чтобы случайно кава вдруг не выбежала, иначе это будет фейл. Попасть не можешь, зараза. Да ты чё? Блин, ещё не факт, что мы тут сейчас сможем башню снести, нам боезапаса может не хватить запросто. А здесь они свои армии, самое что интересное, сейчас поуводили. То есть, если прорываться, то здесь даже было бы очень даже целесообразно. Сейчас боезапас закончится. Остались без снаряжения. Да я не думаю, что они тут оставили эту сторону так просто мне. Я сомневаюсь, что они мне так подарят. Я же вроде сказал, стреляй. В чем проблема? Блять, ему надо всеми развернуться взять просто. А вы прям под башню претесь. Вот чтобы сдохнуть там. Ну, здесь баррикады нету у них. А где их баррикада? А, здесь она находится. Их башня рухнула. Отлично! Проходим пока. Ему придется, кстати, вот тут обходить все это дело, да, чтобы достать меня. Другое дело, что сейчас тут все эти ребята зашевелятся. Нет. Так не пойдет. А кавы-то у меня нету тут. Я под арбалетами оказался. Что очень хреново. И боезапас, зараза-то у них не слабый там.
Блин, слушай, что-то я попался в какую-то не очень хорошую ситуацию сейчас прям. Что же сделать? Да что вы стоите, блин, я же вам сказал, вперед. Ща. Почему вы стоите? Ходи. Сраные стрелки. Хорошо получилось. Там вроде бы все ушли у них, да? Стрелки только остались. Говорили тут по бокам. Держим их сейчас. Ну, ждем своих топорников. Даже если захотят прорваться, у нас есть как бы защита. Кто по полководцу долбит? Так, ну прекрасно, опять стоят. Полководец пошел вообще в другую сторону. Дятел. Вон арбалеты ловим. Так, кто у нас? Так, вооруженные моряки. На всякий случай стрельбу отключаю топорником. Наши воины бегут с поля боя. Какой позор! Башню никем не осталось захватывать. Поселение у них пригорело неплохо так. Все, победа. Милостивые боги, еще мгновение и... Не знаю, может, и в принципе и удачно проатаковал. Кто знает, какие бы потери были, если бы я пошел в лобовую атаку? Никто. Можно освободить Западную Римскую империю. Не, мы оккупируем. Освобождать мы никого тут не будем. Порт сносим. Однозначно. Можно даже сейчас налоги отключить тут. Потому что проблемы будут иначе. Так, а вот...
священную рощу. Было бы здесь неплохо, конечно, поставить. 9000 нам необходимо, чтобы начать. Ну ладно, сносим, сносим пока. Все это сносим. Сюда, если что, надо будет тогда жреца перебросить одного. Так, снабжение прервать не смогу. И сюда можно еще назначить губернатора взять. И есть у нас вождь, что очень хорошо. А, денег нет. Блин, ну мне, конечно, надо было тут армию дособирать. Или ладно, давай один отряд уберем. Авторитет как флотоводец. Ничего такого интересного у него нету. Доспехи, шанс обнаружить, ну, скорость исследования можно поставить, военных технологий и все. Так, а что у него там с верностью? Мне показалось, а, да, показалось, что у него там низкая верность. И указ тогда сюда мы ставим, наверное, религиозное явление, потому что город расти не будет. Потому что я так полагаю, что здесь отстроено уже все, что можно. На следующий ход тут добьем вот эту армию, если она не уплывет. Ну, если они вообще решат меня проатаковать, я думаю, мы справимся. Так, пальма. О, серьезно. Ха. Подожди, а вы собираетесь с моря на меня идти? Вот зараза. Топоров до хрена. Ну ладно. Кава побитая. Да, в этом случае, конечно, было бы хорошо, чтоб, если б я на прошлом ходу все-таки с саксами разобрался. А где ваш, во-первых, военачальник? Кельтский военачальник. Что, успеем, думаю, потопить его? Мне кажется, тут большинство сейчас будет убито. Достаточно быстро. Штраф на нас подействует тоже. Так, ну этих нет смысла бросать в бой. Тут придется прикрываться этими отрядами. И два военачальника. Так, арту пока отрубаем. Вот поэтому долбим. Паруса! Враг получил подкрепление! П-
Бля, не вовремя ты мазать решил, дружок. Враг на подходе. Ой, не вовремя ты мазать-то решил. Ой, там кава. Их полководец пал, они обречены. А, они вообще игнорируют. Ну, нормально. Врубаем тогда наши анахры. Сами я буду их с моря расстреливать тогда брать. Насколько хватит сил. А вот, кстати, еще кельтский военачальник, смотри-ка. Слушай, а плохо, когда он от меня плывет. Бля, мы там что, еще и умудряемся их шатать даже брать? Неплохо. Своими-то огрызками в море там что-то еще. Все, последний снаряд, к сожалению. Пробили его, однако. Но моим проблем хорошо доставили. Бля, чё, дашь высадиться, что ли? Хреново. Бля, долбани ты его. Пес, вот какой-то бой такой жесткий. А что они там режут, что ли, хочу сказать? Да, слушай, они там их просто наказывают. Спастись бегством. Ну, поэтому нет смысла бить, потому что не пробьем его. Боезапаса лучше не тратить. И вообще, давай пока стрелков не все-таки расходовать не будем. А что они делают? Но этих надо ждать, пока не высадятся. Так или иначе. Надеюсь, сейчас без военачальника они долго биться все равно не смогут. Вот это надо корабль добить. Ну,
Блин. И снарядов больше нету. Прячем инженеров назад тогда все. Ну вот, как я и говорил, они тут... Долго не смогут. Стоять, пики они не пройдут. Наемные германские охотники. Так, ну вот. Сепаратисты. Прям три фракции. Совместно у нас такой сепаратисты. Потом эбданы и саксы. Три стороны одновременно. Такое редко, кстати, когда увидишь. Так, наемный кельтский отряд пошел. И отрядик сюда идет у нас. Так, и лучники остаются. Ну, лучников я забью своей конницей и возьму. В любом случае. Кельтские новобранцы. Сдержим их тут. Все, минус отряд расстреляли. Пламенный свистящий сюда попробуем распугать их. Как следует. Ага, смотри, забыл. Давай. Так. Топоры только отрубаем, единственное. Не надо мне лишних потерь. Все, стрелков убрали. Отходим. Наши остались без снаряжения. Кто у них еще не высадился? Отряд лучников один, да? Что-то он, по всей видимости, забаговался, мне кажется. Ага, смотри, за мной пошли. Он военачальник убегает. Сейчас, если сюда выбежит за пределы города, и можно будет его убить тут. Ну что там, на топорников не смогли, да, подействовать? Ниакава возвращается. Я думаю, можно сюда еще отряд перекинуть топорников, грабителей. Да, город пострадал. Но здесь они ничего не сделают. Ну
Оставили отряд дежурить на входе. Так, а вот здесь вот, кстати, против военачальника, я думаю, можно поставить своих военачальников, чтобы уменьшить потери. Так, сколько там боевой дух? Минус 4. Минус 12. Давай попробуем, может убежит все-таки наконец-таки он. Кто там? А, все, закончился боезапас. Вот эти вот, зараза, что-то не высаживаются только. Напрягает. Давай сзади тогда сейчас зайдем. Ну, он тоже тут сливается, военачальник. С двух сторон сейчас их заберем. Там, в принципе, 54... Война, я думаю, с натиска они сейчас все будут убиты. Во. Поселение охвачено огнем. Все, побежал. Догоняем. Садников сюда готовим. Можно вот этого увести, сейчас взять на другой фронт. Сейчас сюда бонус к защите добавим. Вот этого надо убить, военачальника, и все. И делов. О, забираем его, отлично. Кто там еще у нас остался? Так, лучников потом заберем. Давай добиваем военачальника. Сейчас он должен быть убит, и тогда их армия тоже начнет разбегаться по чуть-чуть. Вот такая толпа лазит, вообще жизнь, она не может убежать никуда. Странно. Ладно, хрен с тем военачальником, поехали. Просто под обстрел сейчас можем попасть саксонских лучников. Понятно, что там происходит, чем мы там заняты. Там он еще два отряда лучников у них остается. Надеюсь, не расстреляют. А, там еще и забагованный отряд лучников. А я-то думаю, что он стоит там. Победа. Но я думаю, надо было бы вот это вот все, конечно, тут подогонять. Отпускать их нельзя. Такую толпень красивую. Грех будет. Капец, 3900 их было. И мы отбили-то с потерями в 300 человек.
Блин, ну флот, конечно, вот тот, вот этот флот, он просто героически пал, стольких забрал, прежде чем его уничтожили саксы. Бой красивый был. О, еще и этот вдох. Должны бояться нас уже. Кто там плывет? Еще армия Абданов и армия западных сепаратистов. Западноримских сепаратистов. Ух ты, елки-палки. Ни хрена себе там у них. Вот это жесть. Вот это армия. Вот это мощь. У саксов. Блин, когда я уже на них выйду, на своих-то? Через ход. Ладно. Если через ход, то неплохо. Как у нас тут дела обстоят? Все ли спокойно на нашем фронте? Да, вот мои ребята должны скоро подойти уже. Избранные войны. Опытные скандинавские копейщики. Они, конечно, дороговаты, но... Можно их там вперемешку со сильными и слабыми. Но здесь, конечно, вообще жесть. Тяжко будет с саксами воевать-то. А что тут у вас? Тоже до конца непонятно. Топорников до хрена. Просто до хрена топорников. Жалко, мы, ведя осаду, не можем еще отряды нанимать. Было бы неплохо. Да, и вот этого на всякий случай продезинформируем. Блин. Неудача, однако. Восемь тысяч. Сколько у нас здесь санитария? Позволяем, да, отстроить рыбацкую верфь. Так, а если мы здесь... Просто торговая нам как бы больше даст бонусов. Строим лучше вот так вот. Так, а вот мне еще деньги нужны на перестройку сейчас, поэтому я больше ничего строить не буду. Здесь мы с вами поставим санитарию, поля. Торговый порт. Нет, пока перестраивать не будем. Я его снесу, чтобы он меня загрязнения тут не давал лишнее. А добить можно будет их? Наверное, нет, по всей видимости. Плывают засранцы. Так, потрачу. По идее, доплыть я смогу до города. Во всяком случае, сейчас если хотя бы вот этих разобью, возьму. А затем уже не поплыву я, потому что тут... Вот, как раз нам и хватит перемещения, чтобы вернуться обратно в город. Как быстро у нас здесь будет германское язычество? 6,1% подня... Отлично. Отлично.
по идее, должны будем быстро тут все перестроить. Так, этого агента я пока убить не смогу. Что там, вроде флот испанцев, он уплыл, да, обратно? Вроде как. Можно перекрыть снова переход, тогда взять. Вот если они сейчас сделают на меня вылазку, в принципе, мы их в море раскатаем. И тогда я смогу потом подогнать вот этих ребят. Они за один ход у меня дойдут. Если что. И тогда мы возьмем Карфаген. Но тогда у нас Кесария остается под достаточно уязвимой. Нет, они не стали меня атаковать. Поэтому я даже пока не знаю, что можно придумать. Пока идей нету. Так, ну вот они, по всей видимости, двумя армиями меня сейчас тут будут бомбить, брать. А, нанять мы здесь ничего не можем, кроме наемных топорников. Но они мне не нужны. Давай посмотрим, может, с кем-то можно все-таки уже перемирие заключить. Никто не надумал там. Как-то... Должны рано или поздно они пойти на договора. Не могут же они вечно с нами воевать. Ну, а, это мы у Западной Римской империи, западно-римских сепаратистов забрали город. Мы, может, там гуны сожгли что-то? Нет, гуны ничего не сожгли. Так, хранительный союз, кстати, умеренный. Рано или поздно не согласятся на военный союз. Ну, там Атила потом сам припрется. Я думаю, он начнет их там немножко запугивать. Может быть, начнут перемирие заключать. В общем, далее мы разбираем вот эти армии. Они наверняка нападут на Пальму. И идем захватывать Коралис. У меня сейчас хватает, кстати, денег, чтобы начать перестраивать город. Потом хватает денег, чтобы сюда... Пока пищу лучше не включать. Сейчас снесем полностью лагерь. И тогда уже отстроим хозяйство, и можно будет включить налог. Вон там копеечку нам, да, добавят. Просто чтобы штрафа не было дикого вот тут. Поэтому лучше не включать. Ладно, на этом наше видео подошло к концу. Если вам оно понравилось, не забудьте видео поддержать, как всегда, лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, оставляйте комментарии. И увидимся с вами на новом видео, друзья. Всем пока-пока.